Всем привет! Мы находимся на официальной странице Бускоя. Кто бы мог подумать, что маленькая хрупкая девочка станет мегапопулярной личностью страны. За ней охотятся многие издательства, мечтая разместить фото и интервью с ней на обложках самых престижных журналов. Ее концерты собирают полные залы. Люди в ожидании концертов перед музыкальными площадками выстраиваются в километровые очереди. Ольга Бузова производит фурор. Она неординарная личность, порядочная, открытая, но в то же время ранимая. Аншлаги вокруг мира криптовалюты не оставили равнодушным и Ольгу. Все ее идеи были реализованы на 100% с ошеломительным успехом. Так и здесь она увидела огромные перспективы блокчейн-революции. Не все знакомы с блокчейном. Это база данных, в которых хранится список упорядоченных записей, иначе их называют блоками. Благодаря технологиям блокчейн вы можете исключить мошенничество платежа, которое можно проверить в любой момент, если платеж производился в криптовалюте. Бузова и ее команда предлагают собрать функционал всех любимых приложений и сервисов воедино. Первостепенная задача – создать уникальный продукт, удобный для пользователя. Бузер объединяет в себе два активных тренда – потребность людей в общении и сферу электронной коммерции. Зайдя на платформу, можно будет получить доступ к функционалу и возможностям практически всех ныне существующих социальных сервисов. Это осуществляемая мечта многих любителей популярных интернет-сетей, которые предлагают неограниченные возможности. Социальные сети, создание сообществ, групп, персональных страниц пользователей и публичных страниц для организаций. Мессенджер, текстовые сообщения, звонки, видеозаписи. Общение по зашифрованным каналам. Отправка и получение сообщений, совершение звонков и видеозвонков по зашифрованным каналам и так далее. Ознакомившись с дорожной картой, можно более четко для себя представить развитие этой платформы. Создатели продвигают проект Бускоин путем проведения ICO. ICO будет проходить в течение 90 дней или до тех пор, пока не будет достигнут порог финансирования в 210 миллионов долларов. Поддержи и ты компанию Бускоин.